Так, готовы, просто готовы. И 12 предметов, что? Всем привет, друзья, с вами как Здоровый, и добро пожаловать в Бравл Старс. И да, ребята, наша мечта сбылась. Омега ящик уже в магазине, посмотрите, вот она. Вот она, наша награда за 3 миллиарда побед. И сейчас любой из вас может зайти в игру и забрать на халяву вот этот офигенный омега ящик. Блин, ребята, серьезно, я мечтал его получить. Я просто мечтал его получить. Смотрите, здесь разработчики даже не успели обновить шкалу, но омега ящик уже в игре. И у меня сейчас просто нереальная просьба каждому из вас. Обязательно напишите в комментарии, что вам выпало из этого омега ящика. Сколько легендарок, мификов, я не знаю, там гемасиков, ребята. Но сейчас я хочу его открыть и посмотреть, что же выпадет мне на фуловом, ребята, аккаунте. Итак, готовы? Омега ящик уже готов. Жми, 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 жми. 2319 монет. Что? Офигеть, ребята, 10 димасов, ребята, как же это было давно, о боже мой. Сейчас, мне кажется, все олды просто будут плакать, ребята, потому что раньше из мега ящиков пропадали димасики, блин, серьезно. 2300 золота, но, ребята, это еще не все, мы сейчас зайдем на другие мои аккаунты, и я пооткрываю вот эти омега ящики мне на фуловых аккаунтах. Но перед этим я хочу напомнить, что прям сейчас в моем телеграм-канале до 15.00 по МСК проходит конкурс на 10 кодиков от разработчиков, в каждом из которых 5 бесплатных мега ящиков, и есть шанс выиграть 200 мега ящиков, ребята, на один аккаунт. Поэтому нужно всего лишь поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, если вы не подписаны, нажать на колокольчик, оставить комментарий в магазине, ввести код автора Робзи, зайти в мой телеграм по ссылочке в описании, подписаться и нажать кнопочку участвовать. Все, ребята, все, что от вас нужно сделать, блин, серьезно, омега ящика. Еще разработчики сказали, что его больше никогда не будет, это только на один раз, поэтому кто сейчас забрал омега ящик, тот попал просто в историю. Блин, я хочу зайти на свои другие аккаунты. Допустим, у меня есть аккаунт Noob Donator. Здесь дофига всего не выбито. И я хочу посмотреть, что мне выпадет на этом аккаунте с омега ящика. Итак, где он? Его здесь... А, есть. Все, 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 все. Смотри, здесь есть мега ящик. Точнее, два мега ящика. Я их забираю. 7 предметов! Да ладно! 7, это что, пассивка мне выпала? Еще что-то? Подожди, звездная сила. Еще гаджет. Я же говорил, что это не фуловый аккаунт. Здесь много чего может выпасть. Даже вот, два мега ящика открыл. И два раза у меня... Офигеть, что с шансами, ребята? Что происходит с шансами? Так, ребят, а мега ящик, сколько мне может выпасть предметов? Итак, готовы? Просто готовы. И 12 предметов! Что? Ха-ха-ха! 12 предметов с омега ящика. Так, очки силы на ПМ, очки силы Эльприма, очки силы Вольт, Нани, Бул, Бас. Что происходит? Спайк, Морти, Спраут, Эш. Два предмета горит. Это пассивка. Это просто имба, ребята. Это еще и газ выпал, ребята. Просто жесть. Еще и гем. 12 предметов, вы только посмотрите, это же нереально. Как такое может быть, ребята? Я хочу сейчас зайти еще на один аккаунт. Допустим, пускай это будет аккаунт Вадима. Так, давай сейчас узнаем. Сейчас мы с вами все узнаем. Итак, давайте, заходим в магазин. Мега ящик нас вообще не интересует. Нас интересует, нет, это тоже не интересует. Вот, а мега ящик, здесь не фуловый аккаунт. 56 из 61 бойца. Много пассивок не хватает, кучу всего. Короче, заходим, еще раз проверяем новости. Новости проверяем. И обновили ли шкалу? Нет, шкалу не обновили, но мне интересно, сколько мы с вами сегодня нафармили. Так, официальная информация. Поздравления, брали Версали раньше срока с 3 миллиардами. Я же говорил, мы с вами опережаем замыслы разработчиков. Мы сделали это. Получите свою омега-бокс. Не забудьте сделать скриншот и опубликовать в комментариях ниже, что вам выпало. Да, мы набили 580
66 миллионов! То есть нам с вами осталось всего лишь набить... Так, а... Где информация? А, вот! Мы набили 3 миллиарда 118 миллионов! То есть вот, 900 лямов, и все, и у нас все закончился! Мы получим еще и скин на халяву! Короче, ребята, это реально имба! Пишите срочно, что вам выпало! А я же желаю, чтобы вам выпало все! Все леги, все эпики, все мифики. Так, давайте зайдем на аккаунте Вальки, мы пытаемся открыть, посмотрим, что здесь выпало. Итак, омега ящик. Итак, барабанная дропи. 10 предметов, это как вообще, вы посмотрите. Так, смотрите, очки силы, очки силы, очки силы, очки силы. Боже мой, я в шоке. Я просто в шоке, ребята. 2, 1, просто... Да, я в шоке, смотри, еще и гемасики. Еще и гемасики, бонусные предметы. Бог ты мой, сколько всего дропается. А есть и мега ящики. Так, 6 предметов, что-то выпало. Что-то вы... Да ладно, Ева дропнулась хроматическая, ребята. Я в шоке, мне так давно не падало что-то офигенное. А сегодня просто сыпется килограммами, ребят. Вот, блин, вот это офигенно. Вот это я понимаю подгонщик. Так, давайте зайдем на аккаунт Никиты, мы там с вами не открывали. Я посмотрю, что же там сейчас нам выпадет. Итак, ребята, готовы? Это просто, просто редчайший момент. Или я открывал здесь? Нет, я не открывал, ребята. Я здесь тоже не открывал, смотрите. Вот, еще раз новости. Так, нет, нет, не обновили. Не обновили, как получить? Да как получить? Мы уже получили 3 миллиарда. Мы с вами сделали, мы с вами лучшие, сильнейшие, красивейшие, просто имбейшие мы с вами. Я реально благодарен каждому за то, что вы набивали киллы в игре. Фух, я просто в шоке. Награда за 3 миллиарда побед. Вы готовы? Вы все... Вот этот ролик нам просто должен, обязан брать 50 тысяч лайков. Просто набирает 50, открывай мега. Ой, какой мега. Омега. И ящик с гемасиком прямо на лбу. Ребята, пишите в комменты, что вам выпало. Я уверен, что много всего. Десяточка, ребята. Десяточка дропнулась. Вот это имба. Давай, кучу разных интересных штуки. Гемасик. Напоследок, может быть, мы прикормили? Представляете, какие там мне интересно, какие шансы из омега ящика выпадения бравлеров. Мне кажется, такой ящик должен стоить, я не знаю, гемов 200. То есть, представляете, сколько должен стоить такой ящик. То есть сегодня, грубо говоря, разработчики всем нам с вами подарили по 200 мега ящика, ой, по 200 гемасика, потому что такой ящик должен стоить, ну, минимум в 2 раза дороже, чем тот же мега ящик, который мы с вами видим последний раз. Почему последний раз? Потому что завтра, 7 декабря, а это уже Бравл Толк. Ребята, вы понимаете, что завтра Бравл Толк? Завтра все, завтра расскажу, что произойдет. Что будет с мега ящиками? Какая будет новая дорога славы? Что произойдет со всеми нами? Что, чем будет дальше у нас славиться Бравл Старс? Но я хочу вам кое-что напомнить. Не расслабляйтесь. Не забывайте, что мы с вами не доделали. Мы с вами не добили скин на Дэрила. Скин на Дэрила нужно добить, ребята. Давайте поднапряжемся. Просто сделаем цель 4 миллиарда киллов. Заберем себе по омега ящику Дэрила. Да, у нас есть с вами Дэрил, но это не тот Дэрил, который нам нужно. У нас есть, да, Дэрил мега ящик, но нам нужно Дэрил омега ящик. Нужно собрать коллекцию. Почему? Потому что мега ящиков больше никогда не будет. Больших ящиков больше никогда не будет, маленьких тоже. Да и омега — это первый и последний ящик в игре. Ну, я так думаю, может быть, когда-нибудь их вернут подарками. Может быть, нам будут подкидывать подарочки в мега вот вместо вот этих вот. А сегодня, ребят, вот, выиграй бой Дэрилом, конечно же. Ребята, нужно выполнять квестики. Забираем мега ящики, пишем комментарий, что вам выпало, заходим и смотрим, какие квестики, допустим. Вот, награда за поимку. Рандомные карты. Здесь сразу 2 квеста. На Дэрила у меня квест, поэтому нужно залетать и просто набивать киллы. У нас впереди с вами еще 1 миллиард киллов. Мы с вами справимся. Я сегодня буду весь вечер заходить, играть, пытаться вам помогать. Поэтому, ребят, давайте, не расслабляемся. Будем лучшими с вами, просто фармерами омега ящиков. Так, подожди. Этих пацанов снесли. Этих тоже снесли. Там где-то... А, там всех снесли? А, у нас... А, подожди. Подожди, а где-то там пингвинчика нас вызвали. Так, тихо, подожди, я отхилюсь. Максимальное количество киллов. Так, давай. Старый мы разобрали. Меня убил! Так, давай,
Омега ящик Дэрил. Блин, прикиньте, если бы у меня сейчас был скин омега ящика. Омега ящика Дэрила. Так, так, давай. Да, где ты? Там один удар. Я не могу добить. Там просто замедляет. Там М замедляет, ребята. Короче, даже когда вы умираете, вы помогаете всему сообществу Бравл Старси. Вы в курсе же? Так, где там та? Так, подожди. Так, подожди, тактика. Я не успел ульту нажать. Кого ты бьешь? Боже, ворон кого-то бьет, непонятно. Нас просто Эмс контрит на этой карте. Очень жестко контрит Эмс. Так, давайте, пингвинчику поехали. Так. Переехали. Так, я очень много нанес урона. А что Джеки? Она вообще должна была через стены всех, в принципе, убивать, но она этого не делает. Я не знаю почему, но очень странный бравлер. Джеки, может ты сделаешь что-то хотя бы с ними? Так, я думаю, что вот там есть ребята. Так, давай. Старые мы разобрали. Ой, старые разобрали. Но меня снесут. Меня снесут. 22 на 20. Больше киллов. Но это надо вот так. Блин, я почти снес ее. Да, Джеки, ну ты хотя бы стяни хоть кого-то. Серьезно. Я вижу, что Джеки просто... О, наконец-то. 30... О, мы еще и побеждаем. Ну сейчас ворон нафигит. Серьезно. Но я же... Это было читаемо. Это реально было читаемо, ребята. Ворон нафидил, как я и сказал. Так, давай. Так, давай, не успел. Ну, киллов мы сделали дофигище, ребята. Дофига киллов, победи врага, нанеси урон. Все, как нужно. Ребята, короче, залетайте сегодня в игру. Заходите в магазин, быстро забирайте омега ящики. Пишите, что же вам выпало. Обязательно пишите, что же вам выпало. Потому что, ну, это же имба. Это же имбище, это нереальная имба. Вот, а если, представьте, я зайду сегодня и просто пооткрываю, допустим, те же омега ящики на своих всех аккаунтах, на которых ничего нет. Вы представляете, что будет? Вы представляете, что будет, если я зайду вот на такие аккаунты, а у меня их много? Могу сделать отдельный ролик и пооткрываю вот эти омега ящики, да? Ребят, давайте, лайк, подписка, колокольчик. До встречи в следующем видео. Всем удачи. Покедова.